Здорово, мои дорогие любители бодрого танкового рубилова, на связи Столяр, и хоть глядя на этот танк, слово «бодрое рубилово» носит больше воображаемый характер, однако некоторые бои, которые вы увидите дальше, получились довольно неплохие. Е100 собственной персоны на сегодняшнем обзоре – это сейчас самый редчайший танк, который продавался на бирже, внимание, за 2000 долларов реальных денег. Но даже если у вас есть возможность и желание его приобрести, то вы все равно не сможете это сделать, так как на бирже он уже не продается и вовсе. Посмотрим, что он из себя представляет. И, кстати, это первый совместный обзор с коллегой Максом, он же Кайт. Если вам зайдет такой формат, обязательно дайте мне об этом знать в комментах. Вот, возможно, сделаем еще какой-нибудь коллаб. Ну, а я предлагаю уже тестить в реальном бою взвод из этих двух замечательных динозавров. Такая вот махина. Ох, ну, я немного в предвкушении даже. Поехали пробовать. Чего нужны кумулятивные и дымовые? Кумули — это для ЛТшек, тут всякие акации, вот это вот все. Вот, что будет очень надоедать, вот это все надо кумулями. А дымы — это ты просто, допустим, проезд задымить хочешь. Складывается очень странное впечатление, что дымить на Е100, чтобы быстро куда-то проехать, это вообще не про этот геймплей. Вот, но... Не-не-не, тут не быстро, тут просто дымить. Ну, допустим, ладно. Мы с тобой сейчас играем на вообще самых редких, то есть буквально реже, чем это, наверное, в игре нет вообще. Потому что ни за какие деньги никак ты это не получишь, то есть... То есть даже условного того же ИСа 7 за 2000 баксов можно взять, вот, а Е100 по сути никак нельзя. Да, вон там, да, кстати, да. Резко справа на С стоит, вон там. Ну, я не знаю, как тебе поможет эта информация. Я думаю, нам надо занимать ее от города. Вот, на открытом пространстве такая себе идея. Либо... Давай левее. Кстати, у меня тут уже есть. Давай, работай. Слабенько. Очень странно, что мне кажется, даже нас не узнают. Все видят Е100, такие: еее, это Е100. А какие там стримеры там вообще? Да. Это же Е100, какой, блин, Столяр, какой кайт Е100, пацаны, вы чё? О, нормально. У меня жесткая привычка пострелять пулеметом, но... Блин, я на эту кнопку уже назначил вспомогательное орудие, вот. Поэтому у меня пулеметом, дуплетом с... второй пушкой, короче, палит, но... Да в целом нормально, чё. Ну вот я еду уже сколько, минут 3-4 просто еду и нихера не вижу, вообще абсолютно. Справа танк резко. Справа танк, слева у нас Маус штурмует точку А. Это там живой вообще, нет? Не живой, слушай, живой ствол орудия вон. Ой, я выстрелил случайно. Блять, забыл. Кать, ну ёб твою мать. У меня были. Убирай нахер эти дымовые, блять. Я знал, что это плохая идея. Изначально я об этом и говорил. Извиняйте. Так, надо, да. Туда я выстрелю дымовым, сюда кумулятивным. Тяжело думать, когда так много клавиш нужно задействовать. Ну, не знаю. Давай попробуем как-то сюда проехать. Ты хочешь... И у нас сегодня... Я тебя позвал, это знаешь, вот как девушки друг друга зовут там на спа-терапию. У нас сегодня релакс-терапия. Мы на самых сильных, самых редких машинах просто отдыхаем, на самом деле. Что есть, то есть. Не торопишься, просто едешь себе. Катишь и катишь. Да ёб твою мать, ну чё такая сложность-то с шредом? Или кто бы это ни был, господи. Пойдет. Меня пробили? Слева? Да ладно. Блять, ну ты шо? Какой медленный геймплей, я тащусь. Вон танк, кстати. Два танка. Я вижу. Прямо. Ой, это опасно, это очень опасная, да, тема. Кумулями сжахай по ним. Если что, дистанция кумулятива в 4 раза больше, чем у основного орудия. Мне дадут сейчас либо лещей дам я. Что-то из этого. Охренеть, меня пробили. Походу в НЛД. Откуда? Как в НЛД? Да, в борт. А тут прям рядом со мной был танчик. Я могу на тебя переключиться, понаводить тебя чуть-чуть.
Либо могу взять дублера. Не знаю, он у тебя в упоре был? Или... Вот видишь, где ЛТ рядом с тобой стоит, ЛТ рядом стоит, вот за домом он там стоит. Я понял, да, я его слышу вроде. Ну, в целом... Ча. Да господи. Я попробую тебя найти. Ну, а, привыкнуть надо к геймплею. Жесткая машина, это буквально первый взгляд, то есть буквально я еще не играл на этой истории. А получится его надурить? Не получилось, ай-яй-яй. Все, сотку забрали, только перед тобой остались, ребята, и все. Там была... Здрасте, пушку... приехали. Дымы откидывай, ремонтируйся все. Ну, поехали. О, можешь снять обзор на пикап справа стоящий от тебя. Не надо, не надо. Не надо, пикап. Ну слушай, ну мне как минимум одну пушку сняли, вот, у меня же еще типа вторая. Типа. Ну да, да. Там, кстати, надо было кумули выбрать, которые не 80 пробивают, а 100. Помощь так, в уничтожении. Один. Ну ёб твою налево. Пережил бомбу. Да. Это была, по-моему, 500-ка. Ну что... слушай, ну 500-ку я пережил. А это уже о чем-то говорит. Вот. Мне только две гусеницы повредили, весь экипаж целый. Даже удивительно. У тебя еще и борт сняли, видишь? Там. Да, вижу. Борт отвалился сзади. Ай-яй-яй-яй-яй. 29-ка. А еще купот не подставляй. И... Дэм. Куда, блять? А, она за трупом стоит, забей. Все, отворачивай, отворачивай пушку. Да, рамбую, 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 рамбую. Он дольше перезаряжается. Рамбую, рамбую. Не, я очень долго как будто бы перезаряжаюсь. Это ромб. Блять. А он умный. Да. У тебя пушка огромная. Он причем снял одним выстрелом две пушки сразу. Вот. Ну давай, я зарамбую. Я зарамбую. Может быть, он не успеет ко мне доехать, конечно. Но моя перезарядка это просто адище. Мне сейчас сзади что-то прилетело. Ну и еперный ты театр. Да, ерунда. Судя по звуку, было не больно. Все, починил пушку. Дай. Блять. Жить. Выжил? На гусенице, до сих пор. Так ты сними ремонт, развернись попробуй. Не, забей, 4-3. Он стреляет по стволу, прикинь. Ай-яй-яй, откуда, где? Откуда? А вообще с нашей базы откуда-то, 3Т-29 отснял. В чате как, Е-100, 2 Е-100. Да-да-да-да-да. Два динозавра в одной команде. Жестко. Оу, щит. Я вот именно поэтому попросил Е100, потому что когда ты заходишь, все такие ЕС! Ну это, блин, уникальная тачка. Снакс, никого не вижу, удивительно. А ее еще не забрали до сих пор. О, вот где-то здесь, вот с этой стороны, ну чуть дальше ты там видел маркер. Ну карта такая, она типа холмистая, здесь где угодно может сидеть. Да, тут кумулятивщики откуда угодно могут вытываться и все. Знаешь, самое опасное, вот то, что нам может встретиться, это деривация. Вот все про М109, паладины, вот это все. Это самые опасные машины. Они нас ваншотят прям в шоу. Ну вон, вон танк. Ну, на мой взгляд, слушай. Не, тяжело было попасть. На мой взгляд, кумулятивщики, они тоже опасные. Там типа всякие вот эти вот. Там еще есть. Кто там? Ты, главное, никогда не отпускай кнопку газа, потому что ты потом об этом пожалеешь. Я понял, я, короче, ставлю круиз-контроль в максималку и поехали. Да-да-да. Потому что, если ты останавливаешься, я прям понял, что ты потом набираешь эту скорость заново десятки лет. Ну вот мы доехали до точки А, по сути мы не останавливались. Вот. Я увидел один танк и то часть его крыши. Мы приехали к горе. Гора, горе, не хотела, блядь, ехать. Дальше? Так, слушай, по-моему, на хари наступают, я думаю, подловить тут можно в целом. Давай, ну, давай ты справа, я слева, попробуем как-то обжать, так сказать. А, я понял. Это все время была возвышенность. Ну, я услышал. Зря я остановился опять. Зря я остановился, Хари в итоге разобрался с этим Шерманом. Ну вот и в принципе все, вот бой. Вот это примерно то, что может ожидать
нас. Я попал в Елан с основного орудия, бля. Блять, ну кайф. Ну вот это все, бля, это то, чего стоит ожидать. То есть ты приехал, ты едешь, бля, дай бог, бля, доедешь до какого-нибудь своего фрага. И все, и тебе прилетает просто 1000 фунтовка. От этого никто не застраховал. Сейчас такой бред был. Я попал с основного орудия по Еланду и выбил в центр танка, и выбил командира. Его должно было пополам распилить, вот, но не у нас в игре. Да. Ну, так, ну и что мне делать? Такие, в принципе, варианты. Вот я на Восток, где-то около тыла противника, вот, почти у респауна, еле доехал. Встретил буквально один танк, и все, и больше ни хера не вижу. Вот, потому что... Да, я посвечу тебя. По всей видимости, команда довольно плохо справляется тут со всем. Нажми тап, посмотри на нашу команду, ты удивишься. Я понял. Почему тогда я никого не увидел из врагов? Вот вопрос. Я боюсь в то же время поворачиваться задом к ребятам, но в то же время как будто бы я не понимаю, где все враги, а вон кто-то слева. Правда, неправда? Сбит. Так, здесь первый. Ну, далековато. Давай в радиусе 100 метров ищи, потому что... Очень далеко, я понял. Позиция это, да. Ну, в теории, самая близкая к тебе — это точка Б. Так, что-то странный звук какой-то. Можно я просто тут постою? Может, они сами приедут, а? У меня складывается впечатление, что на ИСТО иногда лучше стоять, блядь, потому что на нем куда-то ехать — это себе дороже. К тебе едет, возрадуйся, Жека, к тебе едет. Какая-то картонная коробочка. Все, пошла вода. Кританул ее. Не надо, оставь ее. Это достойный соперник, наконец-то, у меня появился. М18. В прямом эфире смотрим, победит ли Жека на ИСТО М18. Она вот здесь стоит, кстати. Она стоит именно? Он что-то заподозрил, он уезжает. Он здесь вот пока. Не надо никуда уезжать. Не пугай его, оставь его, пускай. Да я даже не стреляю. Надо по-хорошему бы в точку вкатить, вот, но... У нас охота, брат. Нам нужно... Ну вот я... Тут мелкий. Он от тебя просто уезжает. То есть... Давай признаем, что ты... О, ты попал? Слушай, я двоечку прописал. О, пошла вода. Давай следующего, кто там? Нам надо точку забирать. Шестой ИС на точке А, но это как бы, да? Давай я в Б попробую вкатить и просто от Б играть. Ну а потому что если не я на Б не встану, то никто не встанет, по всей видимости. Походу да. Хоть, я и не самый лучший для этого кандидат. На точке А двое, но опять же тебя это не сильно интересует. Ко мне прилетел... самолет. Я охренеть, он меня поджег одной пулькой. Уже видели. Давай, вот на точку Б. Вот я въезжаю на точечку Б. Точечка Б. Твою мать, просто. Вот такой небольшой наклон, я еду 5 километров в час, блять. 4 уже. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У нас вообще нет вариантов, чтобы кто-то начал забирать точки, я насколько предполагаю. Ну, с другой стороны, ты по сути весишь как груженный вагон, так что... А, мне прохерачили в затылок в итоге. Ну, это сильно ожидаемо. М41 сзади, он рядышком вот стоит. Я вижу, вот. Но так как-то сложилось, что... Я не супер быстро поворачиваю башней. Это фугас, забей, это фугас был. Я понял. Он уезжает. Он испугался, бедняга. Да что такое? Меня просто закидали артиллерией. У меня фугаса 2 попало. Блин, в упоре, ну ёб твою мать. Ну что такое, блять, а? Ну вот просто за что нахуй это все? Они, блядь, прям чувствуют тебя, чувствуют. За что, блядь? Вот за что? Да, блядь, повернись ты, а, господи. Как это тяжело, фраг, да? Блядь. Сзади. ИС-6 приехал. Да я не могу, блядь, на очек, ёб твою.
Ну вот хули мне сегодня делать, что мне давай на гусеницу поставить себя. Все, у меня казна красная. Бедняга меня не пробил даже, он испугался. Они не знают, как у меня казна, у меня казна, это самое, вот. Пытается мне ствол выбить. Я пробую каким-то образом, конечно, типа, доворачивать башню, но сам понимаешь, это идея такая себе. Не, он бедняга, он не может ничего сделать. Ну все, да, мужики. М41 убей, вот по курсу у тебя, по курсу кумалем. Подожди, дядя. Подожди, все. Сейчас все будет. Доешь деда. Он пытается ствол выцелить. Нет. Он тебя в маску пробивает. Твою мать. Ставь на гусеницу кумулятивом. Поставил. Доешь деда. КД у меня, дядя, КД. 20 секунд, опять ствол. Там слева какая-то ерунда едет. Да я в курсе. Блядь, это еще одна 44-ка. Ну, неприятно. Неприятно. Куда стреляете с ушистому? Давай быстро, быстро, куда стрелять? В маску. Вот, от пушки справа место вот. И видишь? Не поможет, я вряд ли успею. Не попал. Ну это кумулятивница. Ну все, я опять без ствола. Это просто ужас. Вроде попадаю ровно в маску, но почему-то как будто бы неровно. Не пробивается. На гусеницу ставь. Просто. Слева 44-ка, она тебя не пробивает вообще никуда. Забей. Мне от этого не легче. Это просто... Ты в курсе, что тебя убивают просто всей командой? Да. Ты тут пыхтишь, кряхтишь, но тебя не могут убить вообще. Я не могу ему ствол сломать. Да все, успокойтесь, мужики, ну все, ну не смешно уже. Вот. У ИСа ствол красный, и казны нету. Но... У тебя, кстати, снаряд застрял в маске, ты видишь? А, у меня не прогружается, видимо. Слушай, ну я попробую есть. Починиться, у меня сзади акация, не, акация это зло, это все. А она не умеет тебя пробивать, судя по всему. Ну, по всей видимости, не умеет, конечно, но это просто... Такой ужас. Он весь у тебя обстрелянный, это такой просто ужас. Такой просто ужас. Сколько очков-то хотя бы было, не успел подстрелить. Всей командой просто, всей командой меня забирали, твою налево, это просто крепость, блядь. И посчитать, сколько раз по тебе попали. Это же неимоверное количество. Нет, это, конечно, все очень прекрасно и здорово, но ты геймплей сам видел. То есть ты едешь, просто 10 минут куда-то едешь, дай бог встречаешь танк и делаешь хотя бы, дай бог, один килл. А так, конечно, когда в круговую типа тебя обставляют, вот, ты можешь подольше пожить. Давай просто их на массе задавим, я предлагаю просто задавить на массе. У них там Т-92, а вот этот кумулятивчик, он, по-моему, нас пробивает, нет? Ну, в маску, да. Нехорошо. Откуда он стреляет, еще бы понять. Ох, дядя. Там двое. ИС и объект 268. Это неприятный для нас танчик. Понятненько. Ну давай попробуем на массе, говорю, их продвинуть. На точку Б какой-то челик заехал, забрал ее. Так, а 268, я так понимаю, пробить вообще без вариантов. Я правильно понимаю? Нет, ну в НЛД ты его пробиваешь и в галстучек. Ну этот, где у него под пушкой место. Тяжело, он ваншотнул тигра просто. По нему ПТУРом. Все хорошо. Охренеть, мы, блядь, в танки Второй мировой играем. Какие ПТУРы, вы чё? Ай, бля. Я тебе говорил, прострелов до хера. Вот так пошла вода. Так я надеюсь, что там все. Немецкий дед выдержит. Вот здесь стоит что-то. Там ИС-4 и что-то тяжелое. Т-32, кажется. На гуслю его поставил. Куда да, этому? Я на КД. О, хорошо. На гуслю поставили, отработали ребята. Слушай, ну вроде бы. Там вроде еще кто-то был. Да, Т-32 там. И там еще есть. Так, надо. Вот так. Гусеницу, вот этот. Его только в НЛД пробиваешь. Ломай пушку. Рикошет в НЛД у меня от него. Ну, вот давай так пушку вот ему выбью. Давай, выбивай.
А, он отвернул. Попробую. Сюда. Не пробивается он даже так. Слушай, ну я рамбую его, конечно, но... Да. Постольку поскольку. Блять. Почему так много тяжей? Да никогда так не было и много тяжей. Гоза. День победы. Все, какой. Все, о, все, пробил, все, да? Все, все. В НЛД, да, залетел? Да, да, да. Первый был рикошет, сейчас в НЛД пошло нормально. Ну слушай, ну тут прям что-то это потненько. Прям нормально, ну, так. Ну тут уже поинтереснее. Давай, да? С двух сторон. Я тут посмотрю, вот это направление. Вот. Вижу, кстати... Удив, блять, вот этой машинки выбил. Хорошо. Вижу 268, попробую его снять. Вот машинка, Жека, вот тут. Погоди, дядь, погоди, погоди, 268 у меня в прицеле. Вспомогательной пушкой в борт я его пробиваю, нет? Да. Бля, хамуха, это кто такое? 268 надо снимать, надо снимать, надо снимать. Хорошо, снял 268. Тут вот если прикроешь, буду прям супер признателен. Я смотрю в ту сторону, но никого не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, казну поломали, ребята. Это дед, давай, кстати. Я к тебе выдвинусь. Я его в итоге поставил на трансмиссию. Я еду, 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 еду. Нормально, живи, 20 живи, секунд живи. Я успею подчиниться. Он на трансмиссии стоит. Вот. Кстати, кто-то выкатывает уже. Ну слушай, ну иметь две пушки, это в принципе такое неплохое преимущество. Так-то в целом. Грубо говоря. Откину... Я не понимаю из-за огня. Ну да, кстати, две пушки откину... спасают. Он стоит. Он. У меня здесь стоит. Мне нужно, чтобы ты подкатил, помог. Подожди, сейчас я ему снимаю это самое. Слушай, у него, по-моему... Медленно снимаешь с него... Так, подожди, сейчас, сейчас будет, сейчас будет. Бомбы. Живем. Ну, ясен пень. Так, снял этого. Там еще, по-моему, один был. Слушай, мы держим направление вообще жестко. То есть нас, у меня, по сути, здесь, могут, у меня здесь челик. У меня на гусеницу поставил здесь. Ага. Я попробую подкатить. Возможно, сзади подъедет еще чел. То есть левый борт для тебя. Здесь, вот тут еще сушка. В упоре, вот тут еще в упоре. Да, они нас будут объезжать сейчас. У нас, видишь, стелла пустая. Абсолютно не понимаю, ночь. Кто откуда там палит. А вот здесь стоит челик. Подожди, вот тут что-то стоит. Да, вот да, да, их там трое там стоит. Все хорошо. Давай-ка я на яйцах выкачу просто. Давай, давай. Справа уехала. А, так там закончилось. А там тигр должен прикрыть, я думаю. Если у меня никого. Такое предчувствие. Никого, а где же ты был? А, ты все-таки вот он, да? Забрал. Хитрый жук получается. Так, хитрая кого-то слышишь? Жопа. Кого-то слышишь, да, в упоре? Где, кого-то где-то, да. Давай вернемся ближе к нашему разъезду на, ну, стелл. Давай, может быть, это и правильная там стратегия. Слушай, я правильно понимаю, что назад мы видим десятку. А это так-то для такого танка не херовенько. Советы на топе, чё, как дела? Да, прекрасно. Ага. Отлично, Иисуса отправил на небеса. Там еще тяжик какой-то светится. Подожди, у нас сзади дядя, по-моему, дымы, я кого-то слышу, враги вроде. Не факт. Ой-ой-ой, как некрасиво-то, как некрасиво-то. Танчик какой-то разведанный, хочу его забрать. Ни хрена себе танчик разведанный. ИС-4. Как в маску? А куда 44-ки стрелять, дядя? Я, может, что-то не знаю. Охренеть, он меня сваншотил. 44-ки в маску, в НЛД куда? На, хороший урон прошел только что в маску. Кроме там двое. НЛД. Там двое, где было с четвертой? На подъезде, вот на... Короче, ты понял. Ну, примерно, да. По которому мы ехали. Некрасивая, вот, некрасивая ситуация у меня, блин. Ой-ой-ой, со всех сторон. Поживи. Все, его поживи сняли, просто. его сняли. Вот, вроде бы ок, но... У нас команды нет, кстати. Поживи, я сейчас помогу тебе на лётке. Ну давай, я вроде бы живу в целом. У меня 268 в упоре и... Господи, кто это? Какая-то хрень, они оба меня смотрят. Вот, поэтому мне нужно, чтобы ты улетел. Ты, в принципе, одну бомбу, если скинешь, ты двоих снимешь. Лечу. Главное, чтобы... Минута.
самолет летает. А то у меня будут большие проблемы. Сейчас надо истребители снять. Ой-ой-ой, мне в корму начали стрелять. Прочетверку снимаю. Все, я иду. Мне стреляют прям в затылок. Дай желтую. Погоди, да. Затылок, блядь, сейчас. Ой-ой-ой. 268 танканул. Пытаюсь понять. Тяжело. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какие проблемы у меня. Какие проблемы, дядя. Не, все, приехала акация. Я держался до последнего. Блин, ты вот, ну как обычно, все вот в стиле War Thunder. Секунды не хватило, чтобы я с ним разобрался. Да, урон прошел у нее. Слушай, но у меня, блин, так-то 2200 очков. Чуть-чуть не хватило до ядра. Вот, достойно. Давай дублер шестой, думаю, построить. Вот. У нас команды нету. Я также еду на Б. В принципе, это единственный адекватный вариант. Ох уж это еду на Б. Даст бог, доеду адекватно. Нормально там, кстати, держал в этот раз направление. Прям супер. Вот это прям мне понравилось. Мне такой геймплей понравилось. Блин, был бы он чуть-чуть побыстрее. Чуть-чуть. Но грех жаловаться, наверное. Так, мне, если что, будет нужна поддержка. По-хорошему бы на Б. Вот, потому что там супер много товарищей со всех сторон. Ну, акацию я забрал. Здесь они все едут на точку А, кстати. Они все едут. Они едут на захват, блин. Всей толпой, всей деревней. Блин, умные. Ну, умные. Куда-то бимбу дал, не знаю. Ну, как-то так. Хорош. Там еще двое. Там еще двое. Вот здесь стоит тело. Не вижу. А, Т-92, кстати. Опасно. Вот его бы по-хорошему бы помочь мне забрать. Как кто-нибудь помогите мне, пожалуйста. Ну давай, у меня осталось. Да ёб твою мать, ну меня поставили очень жестко на гусеницу. Прям вот перед ним, вот прям, блядь, не поверишь. Это супер, короче, стрёмная история. Все, нет, меня поставили на две гусеницы. Т-32 можно как-нибудь чуть-чуть помочь? У кого-то ядро. Вряд ли это у кого-то из наших. Не у нас. Хреново. Мы полетели. Давай лети тогда, сбивай, вариантов нет. Хотя бы ствол не сниму. Ну он. 268, ну ёб твою налево. Кто же там такой умерец набил ядерку, а? Это просто какой-то ужас. Не знаю, сбивать, не сбивать, все-таки чалик набил, старался. Сбивай. Ту-4, братишка. Я его поджег. Ой-ой-ой. Беда. Он горящий, блядь, летит на карту. Ёб твою мать. Не надо, сбивай. Потух. Сбивай, дядя. Оно потухло. Не надо, нельзя, чтобы оно тухло. Он сбросил? Он с турели меня сбил. Да ну ёперный театр. Хреново-то как. Блин, я почти набил. Да, я вижу его. Камбэк, чекай. А он долетел, походу. Да, на 109-й вообще хер забил. Всем похер. Что? Что это было? Что это было? Чего случилось? Вот, немного не рассчитал баллистику, мог его сбить, в принципе, с пушки, но он когда сбросил ядерку, она почему-то полетела не вниз, а вверх, вот, у меня это было прямо на записи, Она сквозь текстуру пролетела, и она крылом так пынц, да? По всей видимости, да, и она улетела вверх, но при этом она взорвалась в воздухе, по всей видимости, то есть она не упала на землю, вот, но... Если за нас это... дед, то мы, по сути, выиграли. За нас еще и Маус. За нас два Мауса. Два Мауса, я тигр. Ну это на массе можно просто ехать. Так, ну по набережной нас же никто не обидит. Вот там чел. Был. Ай, жестко. Жестко. Че, не отпускаем W, да? Да, не, нельзя отпускать. Вот, кстати, да, ага. Какой-то товарищ.
что с камерой это случилось. Мне пушку высадили. Мехвода ему. Да, я думаю, да. Я его визуально не вижу. Почему вижу. Все нормально. Слышу. Двоечку прописал. Ой, дядя, я далеко слышу... ты до меня далеко. Я забей тогда. Я слышу звук почему-то слева, не понимаю откуда. Посматривай. Слушай, я тоже слышу. Может быть внизу вот здесь? Под мостом? Нет? Да, если съеду вниз под мост, мне кажется, я не выйду уже. Ну, какой-то М46. А, вот он здесь был. Ствол орудия, все. Это на стволе стоит, бедняга. А вот этот я нет. Я его не пробил, бля, как? Игра, ты что? Это М46, он пробивается. Там 90 миллиметров в лучшем короче, случае. Короче, вот эту линию пушим чисто мы, а там два Мауса. Это я считаю максимально жестко. Да, я думаю, команда противников сейчас просто... Не, просто... Бежит, роняя кал. У чуваков дизмораль их просто давит. Так, кто-то тут справа есть, слушай, кто-то вроде есть. О, Т-95. Блять, ну именно надо было в ствол трупа попасть. Давай, добивай ее. Хорошо. Тут еще кто-то стоит, по-моему. Давай, ты правее, я левее, обойдем их. Блять, не видно никого. Пусть они нас тут резко слева тут смотрят, вот, поэтому аккуратненько надо. Не, еду, да. А, это тоже Т-95? Слушай, у них своя там это... Свои блогеры там приехали. Свои ребята, да. Ну какие-то бедные, им не дают этот. Жестко. Так, давай я тебе попробую помочь. Тут что-то там мне не нравится, что жестко парни. Тут у меня Type 99, бля. Бомба упала. Забрал. Тебе едет. Я Type 90 сейчас по винтику разбирал маленькой пушкой. Ой, у меня тут... Какой-то неприятный джентльмен на М47. Борт не убился. Ну хотя бы так. А почему помощь не дали? Давай я сейчас к тебе доеду. Вот. Подожди буквально 40 минут. Нормально, подожду. Да. Забрал. Хорош. Тут, по-моему, кто-то еще стоит или мне слышится? Вот здесь где-то стоит. Не могу понять, что это. Что-то советское. Давай. Подушку. Давай попробуем. Ой, вот, 29-ка. Потерпел. Блять. Хорош. Не потерпел. У меня танканул Volkswagen, блять, снаряд, видимо. Справа резко тут стоит. Да, вот так немецкие танки немецких не пробивают, это же... А танк? Убил? Нет. Это гад. Ой-ой-ой, слева дед. Слева дед, я тебя услышал. Все этого убил. И еще где-то был здесь, что-то еще есть. Давай запушим. А где? А, это он и был, видимо, все, отбой. Но мы оправдали звание киберспортсмена, в принципе. В принципе, да. Вертолет, кстати. Вертолет и Е-100 в одном бою, Карл. Вот так вот. Какой бред. Да. Меня нарами штурмит вертолет, ай. Больно в ноге. Жека, помогай. Я пробую, вот, я до него еду. Ты его встречаешь со своей стороны, я с этой встречу. Гусеница. Добьешь? Не, вторая гусеница, забирай. Пытался мне пушку выбить, негодяй. Славненько. Славненько. Прям славненько. Я тебе так скажу. Ничёшная тема так-то. Ой, меня штурмят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стрингмастер меня забрал. Какая чушь. Ой, а мы уже на респауне у ребят. Слушай, нехорошо это получается. Нехорошо, когда Е-100 штурмит реактивный самолет бомбами из будущего. Какой-то Джон Коннор, походу, прилетел. Страйкмастер. Как-то так получается. Но это было достойно. Это было, в принципе... Вливаем? Да давай.
Что там? Ну, можешь, если хочешь, можем еще раз дать с вами доиграть. Да, не-не-не. Ну, что, было в целом, круто. Да, геймплей приятный, вот, не, супер медлительный, конечно, но со своей особенностью, вот, и, ну, редкий танк, который нельзя купить, вот, в прямом эфире, так сказать. Довольно приятно. Ну, в общем, ты не пожалел, да? Не пожалел, согласился. Не пожалел, вот, ну, хоть первый бой мне вообще отбил желание играть дальше, а однако нет, однако все повернулось вообще довольно неожиданно, поэтому довольно необычный танк, приятный. Вот, рекомендую к покупке. Да-да-да, я уже хотел так сказать. Ну, если сможете, покупайте, короче. Да-да-да. Ладно, спасибо, Макс. Спасибо, хорошего. Все, давай, Жека, спасибо, ребят. Давайте, всем пока. Давайте, пока-пока.